сидел и наигрывал что-то. Алексей Павлович Хоменко. Вот он сидит за роялем. И мы так за неторопливой беседой, за какими-то планами нашими музыкальными, разговорившись, вдруг возникла такая пауза, и я подумал, может, спеть ему какую-нибудь из моих песен, которые я так втайне сочинял, которые не относились совершенно к тому жанру, в котором мы работали. Мы тогда занимались рок-музыкой и записывали альбом, который назывался «Рок-полигон». И я спел ему песню, которую буквально на днях сочинил. Он послушал так внимательно и говорит, давай запишем. Когда пришли музыканты, мы порепетировали так немножко и ее в черне записали. И вот эта песня и стала началом альбома «Вези меня, извозчик». Я вышел родом из еврейского квартала. Я был за час за 3 рубля на чердаке. Тогда на всех резины не хватало. И я родился в злобе и тоске. Когда подрос, играл лапы прятки, кидал ножи в обшарпанную дверь. А у отца давно сверкали пятки. И я не знаю, жив ли он теперь. Моя семья блюла свободу нравов, и я привык к тому, в конце концов. Моя мама беспечна и по праву меняла часто мне моих отцов. Из них последний был мне всех роднее, хотя меня он вовсе не любил. И отличался тем, что не краснее, на крышу баб по лестнице водил. Со мной росли еврейские детишки, все, как и я, одетые в тряпье. Мои по папам сестры и братишки, в душе потенциальное варьё. Пришла война, отцы дали драпа, не дожидаясь сумрачных годин. И мой любимый незабвенный папа, окрестный баб, обслуживал один. Вот и сводил на них рубли и трёшки, что приносила дом моя мама. И мы со страху прятались в ладошки, когда он утром лазил ей в карман. Мы через день питались чёрствым хлебом, а баба блуд чесал на чердаке. Он отдыхал душой под синим небом, зажав трояк в мозолистой руке. Вот так! Я вырос даже очень и стал тайком захаживать в кабак. И сладострастный мой беспутный отчим ловил частенько глазом мой кулак. Я позабыл свое больное детство и стал тайком глядеть на женский пол. Досталось мне чудесное наследство. 15 лет я бабу в дом привел. Денег мне, конечно, не хватало. Я вам скажу, об этом не таят. И стали мы с дружками из квартала набеги делать дальние края. Но воровать мы долго не умели, и день за днем сидели на мели. И как-то раз менты на хвост насели, и всю контору скопом замели. Там били больно кованою пряжкой, но я молчал, как рыба, верь, не верь. И, наконец, со звездами на ляжках я был ментами вышвырнут за дверь. Тогда я просто чудом отвертелся, а остальным повесили строка. Я с ними столько страху натерпелся, что за неделю выучил лука. Теперь я знаю, что и сколько весит, и я не лезу больше на рожон. Я поменяю 1000 профессий, как папа мой менял когда-то жен. Родитель мой блатной незабвенный, меня ты сделал просто так. Во мне гудят твои дурные гены, и я с тоской взираю на чердак.
Спасибо. Следующая песня, которую мне сегодня особенно хотелось бы вам спеть, это песня, которую просят спеть в любом городе, где бы я ни выступал, хотя песня это о моем родном городе. Эта песня про город Екатеринбург. Город древний, город длинный, который носит имя Екатерины, и в котором, как вы сами знаете, даже свод тюрьмы старинной, который тоже бывал, положен буквой «Е». Город древний, город длинный, имя реки Екатерины, даже свод тюрьмы старинной здесь положен буквой «Е». Здесь от веку было тяжко, здесь пришили Николашку, и любая помнит башня о демидовской семье. Мостовые здесь видали марш победы, звон скандальный, жены верные рыдали, шли на каторгу ослеп, и фальшивые монеты здесь Демидов шлепал деда, играющий за это покупал весь белый свет. Гнил народ в каменоломнях, из убогих и бездомных, хороняясь в местах укромных, с кистенями под полой. Конокрады, краснокрады, все купцам приезжим рады, всех масти стекались гады, как намет пчелиный рой. Камнерезы жали славу и вдыхающие отраву подгоняли под оправу ядовитый змеевик. Здесь меняли на каменья, кто рубаху, кто именья, и скорбел в недоумении на иконах мутный лик. Мчали время злые кони, лик истерся на иконе, а царица на балконе бельма пялила в алмаз. Наживались лиходеи, а убогие глядели, как года текли недели и домчались до нас. Треостроги и темницы душу тешили царицы, все текло через границы за бесценок, за дарма. И теперь в пустом музее ходят, смотрят рабозей на пищали и пузей, на заброшки из дерьма. Город древний, город славный, бьют часы на башне главной, стрелки круга чертят плавный и 12 раз пробьют. Мы металл и камень плавим, мы себя и город славим, но про то, что мы оставим, пусть другие пропоют. Спасибо. Следующая песня «Гостиничная история».
прилетел сюда, зачем-то на ночь глядя, и смертным боем бьюсь гостиничную дверь. Так как полы мерли за стойкой эти тети, конечно, дрыхнуты, куда же я теперь, я бью сильней. Но это слава помогает. Скажите, граждане, куда же я попал? Я поражен, с меня никто не вымогает. А я бы дал, клянусь здоровьем, я бы дал. Я здесь стою один, как тень на полустанке, закутанный в халат, на лавке спит узбек. Эй, кто-нибудь, прошу, откликнитесь, гражданки, последний раз прошу, пустите на ночлег, откройте дверь. Я очумел от перелетов, во всех портах обледенение полосы. Вы что, обледенели? Эй вы, кто там? Давно за полночь пробили часы. Закрыто крепко все, на крючьях и засолы. Я начинаю стоя сладко засыпать. Последний шанс иссяк, остались только вдолы. Они меня поймут, но где их раскопать? Я чем-то стал похож на волка-одиночку. Болит, как раньше, с перебоем голова. Я мог бы подарить удове такую ночку. Но где же ты, моя веселая? Иду, заглядываю в окна, вдруг женский голос тихо просит закурить. Я всем своим нутром до самых пяток юхнул, и с перепугу сердце вдруг начало шалить. Косметика меня пахнула дуновенье, как свежий ветер в растворенное окно. Уж если есть на свете чудное мгновение, я сразу понял, это именно оно. Пока свечи горела, спичка, мы молчали, когда ж ее огонь беспомощно погас. Я ей сказал, что в ней души уже не чаю, и эта ночь, увы, свела навеки нас. Она мне отвечала что-то в том же стиле и прошептала тихо: сев на чемодан, в гостиницу меня сегодня не пустили. И вот теперь согласна хоть куда. Я прикусил язык совместно с сигаретой и тоже сев на свой раздувшийся портфель. Доверчиво вещал, скажу вам по секрету, я 5 минут назад стучался в ту же дверь. Мы хохотали заразительно и звонко и подавали нежелательный пример. Она была вполне приличная девчонка, а я еще вполне приличный кавалер. Кварталы, дворы стихали и пустели, и город вскоре обессилевший затих. Как не хватало нам всего одной постели, всего одной, но только на двоих.